Министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов посетил Махачкалинскую гимназию номер 11, один из пунктов проведения ЕГЭ и ОГЭ в республике. Министра сопровождали председатель Комитета по образованию, науке и культуре Народного собрания Дагестана Абдухалим Махачев, а также начальник городского управления образования Тагир Масуров. Шахабас Шахов пообщался с организаторами пункта приема экзаменов из числа педагогов столичных школ. Глава Минобрнауки Дагестана отметил высокие результаты прошлого периода ЕГЭ-кампании. В этом году количество сдающих ЕГЭ уменьшилось. В то же время наблюдается повышение ответственности и понимания со стороны всех участников процесса. Очень важно, что это сегодня понимают и родители, это очень важно сегодня понимать это дети. Мы видим совершенно другое отношение вообще к знаниям детей. И это очень важно, что общественность тоже требует от наших детей, от нас, тех людей, которые сегодня в системе образования, чтобы мы подготовили более подготовленных, конкурентоспособных выпускников. Министр добавил, что о проведении честного и прозрачного ЕГЭ по республике положительно отозвался руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. По словам Абдулхалима Мачаева, качественное проведение ЕГЭ в Дагестане позволило изменить в лучшую сторону и сознание общественности. Этот год мы хотим подтвердить, что вот возврата к тому, купля-продажа и так далее, у нас этого не будет, что мы от этого ушли, что такой психологический перелом сознания родителей, учащихся, педагогов произошел. По завершении встречи директор школы, руководитель пункта приема ЕГЭ и ОГЭ Зухра Дибирова провела обход помещений, где пройдет сдача ОГЭ. В каждом кабинете установлена система видеонаблюдения для предотвращения нарушений при проведении экзамена. Фатима Абуталибова, Курбан Рагимов, Новости 24, Махачкала.